Анна Семенович уже давно практикует позитивное мышление, но даже у нее случаются кризисы. На днях певица приболела. Сначала она продула шею, потом у нее разболелся зуб. В итоге на щеке у исполнительницы появился большой флюс. Как назло, времени на лечение у Анны не было. На следующий день были запланированы важные съемки. Семенович честно призналась, что с трудом пережила трудный съемочный процесс. Певицу охватывала паника и депрессия из-за ее опухшего лица в кадре. Камера, как известно, и так прибавляет лишний вес. Она рыдала и срывалась на коллег. Но в итоге работа была все-таки сделана. При каждом взгляде в зеркало я начинал рыдать от жалости к себе. Психовать на съемочной площадке – это было ужасно. Честно вам сознаюсь, меня захватила паника и депрессия. Я стала чувствовать себя неудачницей с опухшим лицом, которое зачем-то покусали осы, посетовала Семенович. Артистка смирилась с ситуацией и вынесла из нее урок. А на следующий день чудесным образом флюс почти полностью рассосался. Я уже не рыдаю, глядя в зеркало. И, слава богу, съемки клипа состоятся на следующей неделе. Они тоже были под угрозой срыва, рассказала певица. Анна теперь точно знает, что подавлять в себе негативные эмоции неправильно. Нужно находить выход для таких переживаний. Побыть слабой совсем не страшно, но недолго, предупреждает Семенович.